Сарен что-то скрывает. Дайте мне больше времени. Задержите их. Задержать членов Совета? Не смешите меня. Ваше расследование закончено, Гарус. Капитан Шепард, Гарус Вакариан. Я был офицером СБЦ, ответственным за расследование дела Сарена. Есть что-то, о чем мне следует узнать? Сарен Спектр. Информация о его занятиях засекречена. Я не могу найти что-то стоящее. Но я уверен, что он что-то задумал. Как вы, люди, выражаетесь, я чую это нутром. Совет уже готов нас принять, капитан. Удачи, Шепард. Может, они прислушаются к вам? Совет ведь не станет задавать мне вопросы, правда? Сомневаюсь. Мы сдали рапорты. Нам осталось только довериться послу Удине. Я не была бы так уверена, сэр. Посмотрите на этого жука. Что это он делает? Пожалуйста, не беспокойте хранителей. В свете недавней атаки на Иден Прайм, многие колониальные инвесторы прекращают финансовую поддержку будущих проектов. Сторонники колонизации из расы людей настаивают на том, что Иден Прайм был единичным случаем. Однако количество желающих стать колонистами резко уменьшилось. Многие предложения о колонизации были заморожены в ожидании гарантий безопасности для поселений. Слушание началось. Идем. Атака гетов – серьезный вопрос. Но нет прямых доказательств того, что в этом деле замешан Сарен. Расследование, проведенное СБЦ, не обнаружило подтверждений измены Сарена. Свидетель видел, как хладнокровно он убил Найлуса. Мы прочитали доклад об Иден Прайм, посол. Показания одного испуганного рабочего едва ли серьезное доказательство. Я отвергаю эти обвинения. Найлус был моим коллегой и другом. Поэтому вы и застали его врасплох. Капитан Андерсон, когда люди выдвигают против меня ложные обвинения, почему-то всякий раз в этом бываете замешаны вы. А это, похоже, протеже Андерсона, некто Шепард. Человек, приложивший все усилия, чтобы уничтожить протеанский маяк. Это вы вывели из строя маяк, а затем попытались скрыться. Пытаетесь свалить вину на меня?
как капитан Андерсон. Вижу, он надрессировал вас. Что еще можно ожидать от человека? Сарен презирает человечество. Вот почему он напал на Иден Прайм. Ваша раса должна знать свое место, Шепард. Вы не готовы войти в совет. Вы даже не готовы вступить в ряды спектров. У него нет права так говорить. Подобные решения не в его компетенции. Вопрос о принятии Шепарда в спектры не является целью этого заседания. Тогда какой вопрос решается сейчас? Люди зря тратят ваше время, советник. И мое. Вы не сможете вечно прятаться за спинами совета. Есть еще один факт, который не стоит сбрасывать со счетов. Видение капитана. Их мог вызвать маяк. Мы что, теперь и сны считаем доказательством? Как прикажете защищаться от таких нелепых обвинений? Согласен. Наше суждение должно основываться на фактах и уликах, а не на том, что кому-то привиделось или показалось. Вам есть что еще сказать, капитан Шепард? Вы приняли решение. Я не хочу зря тратить свое время. Совет не обнаружил никакой связи между Сараном и Гетами. Посол, ваше прошение исключить его из рядов спектров отклонено. Рад, что справедливость восторжествовала. Заседание закрыто. Мы совершили ошибку, пригласив вас на это заседание, капитан. Вас слишком многое связывает с Сареном. Совет выразил свою обеспокоенность. Я знаю Сарена как облупленного. У него одна цель с гетами – уничтожить людей как расу. Уничтожение грозит каждой нашей колонии. Каждая контролируемая нами планета в опасности. Даже Земля. Расскажите мне, что у вас общего с Сареном? Было у нас как-то одно заданице. Тогда дела пошли плохо. Очень плохо. Неохота сейчас рассказывать. Долгая и мутная история. Но я знаю, что он за фрукт. Его нужно остановить. Каков наш следующий шаг? Он спектр. А это значит, что теоретически он неприкосновенен. Нам придется сначала разоблачить его. А как насчет Гарруса, того следователя из СБЦ? Мы видели, как он спорил с директором. Верно. Он просил дать ему больше времени для расследования. Похоже, он нащупал что-то, связанное с Сареном. Есть идеи, где его можно найти? У меня есть знакомый в СБЦ. Он выведет нас на Гарруса. Его зовут Харкин. Хорошие у вас знакомые. Харкина еще месяц назад выперли за пьянство. Я бы не стал тратить время на этого алкаша. Вам и не придется, капитан. Не хочу, чтобы совет использовал эту историю с Сареном как повод для недоверия к нашему расследованию. Я поручаю дело Шепарду. Я разберусь с этим. У меня срочные дела, капитан. Встретимся позднее. Жду вас в моем кабинете. Харкин, наверное, надирается в логове Коры. Это один сомнительный бар в нижней части жилых секторов. Может быть, есть и другой способ найти улики против Сарена. Поговорите с Барлой Воном в финансовом районе. Говорят, он агент серого посредника. Серого посредника? Он информационный дилер. Покупает и продает секреты тому, кто предложит лучшую цену. Я слышал, один из его представителей – Барло Вон. Он, возможно, знает что-то о Сарене, но эта информация вам дорого обойдется. Вы с Сареном были знакомы. Что случилось? Лет 20 назад я выполнял миссию в Скеллианском пределе. Мы с Сареном должны были найти и уничтожить известного террориста. Сарен уничтожил цель.
но при этом погибло много людей. Невинных людей. А в официальных записях об этом не упомянули. Но я видел его методы. У него нет совести, нет сомнений. Он запросто убьет и тысячу мирных жителей. Похоже, наш посол не слишком ладит с Советом. Да, он сейчас в замешательстве. Совет твердит, что люди должны быть частью галактического сообщества. Но содействия от него никакого. Совет хочет, чтобы мы заселяли и контролировали нестабильные регионы. Но когда мы сталкиваемся с трудностями, они не желают нам помогать. Всем понятно, что вступление людей в Совет – это лишь вопрос времени. Однако наш посол считает, что с этим нужно поторопиться. И я с ним согласен. Похоже, Харкин вам не слишком нравится. Он вступил в СБЦ около 20 лет назад. И с тех пор только позорил нашу расу здесь, на Цитадели. Жестокое обращение с подозреваемыми. Обвинение во взяточничестве, злоупотребление алкоголем и наркотиками. Обычно посольство защищало его, но, видимо, и у них лопнуло терпение. Можете рассказать что-нибудь о спектрах? Они непростые агенты правительства. Работают в одиночку, внимания к себе не привлекают. Они решают проблемы, не подвластные Совету. Сохранять мир в галактике не так-то просто. Совет предпочитает дипломатию и переговоры, но иногда требуются крайние меры. Как решают, кто станет спектром? Кадровых агентств у них нет. Курсов по подготовке тоже нет. Спектром надо родиться. Совет ищет среди исключительных личностей. Того, кто справится с любой задачей, как вы. Они следили за вами на протяжении многих лет. Они в вас что-то разглядели. И теперь хотят, чтобы вы были на их стороне. Найлус должен был дать им окончательную рекомендацию. Но поскольку он погиб, решение до сих пор не принято. Расскажите мне о сером посреднике. Это необходимое зло в галактической политике. Покупка и продажа информации – часть игры, а серый посредник – лучший игрок. Он всегда продает информацию тому, кто больше заплатит. Не вмешивается в политику, не принимает ничью сторону. Простая, но эффективная система. Он не представляет угрозы, по крайней мере, прямой. Мы всего лишь используем его как ресурс. Или ее. Или, может быть, их. Никто точно не знает. Расскажите мне об Арле Воне. Он специализируется на переводе крупных денежных сумм без оформления бумаг. Финансовый гений. Не делает ничего незаконного, потому что знает все лазейки. У него очень впечатляющий список клиентов. Послы, дипломаты, спектры. Вероятно, поэтому серый посредник и выбрал его. Мне нужно идти. Удачи, Шепард. Если вам что-то понадобится, я буду в кабинете посла. Thank you.
Это он. Были люди Сарана. Вот и все. Уноси готовеньких. Я с тобой дел не веду. Вот и не лезь. Не сейчас. Я смотрю шоу. Капитан, что вам нужно? Я здесь по поручению Шаиры. Слухи, которые вы распускаете, оскорбляют ее. Хорошо. А ее ложь причиняла мне боль многие годы. Я видел немало ужасного за свою жизнь, и только одна женщина во всей чертовой галактике способна помочь мне забыть об этом. Но тогда зачем вам распространять слухи о ней? Потому что она отвергла меня. Меня, Септимуса Орока, генерала Турианского флота. Она того стоит? Есть и другие женщины. Это не просто женщина. Я хочу ее, и только ее одну. Послушай, солдат, я понимаю, что ты хочешь как лучше, но не трать свое время. Чтобы выйти из депрессии, вы должны вспомнить, что вы генерал. Всю свою жизнь я вел себя как генерал. И куда это меня привело? Нет, эти дни позади. Я хочу быть самим собой, усталым и одиноким старым солдатом. Вы же генерал, черт вас побери! Прекратите ныть! А смелости тебе не занимать. Во всей галактике наберется человек 5, которые смеют говорить со мной таким тоном. Думаешь, это легко? Собрать волю в кулак и действовать как генерал? Я думаю, это не помешает. Твоя правда, капитан. Шаира стоит усилий, даже если она не примет меня обратно. А теперь поднимайтесь и за дело. Ну ладно, я пойду к ней. После того, как приму холодный душ, раз в другой. Послушай, а ты не глупый человек. Хочешь заработать несколько лишних кредитов? Что мне нужно сделать? Один дипломат Элкор думает, что Шаира выдала его секреты. Почему он так решил? Потому что я так ему сказал. Послушай, я хочу, чтобы он узнал правду. А почему вы не можете сделать это сами? Ну, в прошлый раз, когда мы виделись, я вслух оскорблял его предков и разглашал его тайны. Возьми этот модуль данных. Там записано, откуда я получил информацию. Это оправдает Шаиру и убедит Элкора. С кем мне поговорить и где его найти? Его зовут Зелтон. Это дипломат Элкор. Сейчас он в посольстве, подает жалобу на Шаиру. Последнее. Чтобы солдаты всегда поступали как солдаты. Спасибо, капитан.
Знаешь, из тебя может получиться неплохой генерал. Со временем. Трудно представить, чтобы генерал вашего уровня так убивался из-за женщины. Это потому, что вы не понимаете женщин, Кайден. Стой, Рекс. Фист приказал валить тебя, если сунешься. И чего вы ждете? Я здесь, перед вами. Для Фиста это шанс. Другого шанса не будет. Он не выйдет, Рекс. Конец разговору. Мы только начали. С дороги, люди. Не злите меня. Ну и в чем дело? Кто его знает? Постараемся не лезть на рожон. Войска Альянса? Я вот тоже мог стать космопехом. Вместо этого пошел в сучью СБЦ. Горя на синим пламенем. Я ищу офицера СБЦ, турианца по имени Гарус. Гарус? Красавчик? Ты, видать, из команды Андерсона. Старый долбанафт все пытается Сарена прищучить, а? Знаю я, где Гарус. Ты сначала вот что скажи. Капитан уже поведал тебе свою маленькую тайну. Ты знаешь что-то о капитане, чего не знаю я. Капитан твой был Спектром. И знаешь об этом, так ведь? Это страшная тайна. Первый человек, который удостоился этой чести. И ни хрена у Андерсона не вышло. Облажался на задании настолько, что его вышвырнули. Он-то Сарена винит, понятно. Говорит, турианец подставил его. Почему его выгнали? Спроси его. Подробностей не знаю. Готов поспорить, там есть о чем рассказать. Падение героя. Классическая трагедия. Просто скажи, где искать Гаруса. Гарус что-то вынюхивал в кабинете доктора Мишель. У нее клиника в другой части жилых секторов. Он вроде собирался пойти туда. Ты хорошо знаешь капитана Андерсона? Ну, встречался с ним пару раз. Настоящий вояка до мозга костей. Есть, сэр! Никак нет, сэр! Позвольте поцеловать вас в жопку, сэр! Неудивительно, что он так быстро дослужился до капитанства. В Альянсе старательных любят. Расскажи о работе в СБЦ. Хочешь сказать о бывшей работе? Директор отстранил меня за несоблюдение дисциплины. В СБЦ даже дело на меня завели. Веришь, нет? Каждую мелочь в протокол внесли, сучьи дети. Грубовато вел себя с подозреваемым. Запишем в дело. Слегка выпил на рабочем месте. Пишем в дело. Снял немного кредитов с наркоторговца. Все в дело. Как меня... Такого подонка вообще земля носит! Что тебе известно о Гарусе? О, настоящий герой без страха и укропа. Спаситель мира, друг сирот. С директором в вечных контрах. Хочешь знать мое... мнение, он скоро допрыгается. Директор любит тыкать нас, простых агентов, носом в дерьмо. Вот я, живой пример. От тебя мне ничего не нужно. Ну и вали, выпить спокойно не дадут. Дальние комнаты
для особых гостей. Зарезервированы для Фиста и его друзей. Кто такой Фист? Владелец клуба. Посетителям туда доступ закрыт. Что тому Крогану было нужно? Рексу? Личное дело. Он не в настроении болтать, а? До свидания. Ага. Приятного вечера. Почему капитан Андерсон не сказал, что он был спектром? Может, и не был. Этот Харкин еще тот фрукт. Я уверен, он морочит нам голову. Пожалуй, правда. Капитан Шепард? Извините, капитан Шепард. Меня зовут Эмили Вонг. Я журналист. Я провожу журналистские расследования на Цитадели. Вы не могли бы уделить мне немного времени? Что вам нужно? Я собираю доказательства взяточничества и деятельности организованной преступности на Цитадели. Есть места, в которые я попасть не могу. В идеале, вы могли бы поделиться со мной любой информацией, полученной в ходе вашего расследования. За труды вознагражу. Похоже, вы преследуете благие цели. Если найду полезную информацию, сообщу вам. Прелестно, капитан. Вы не пожалеете. Не думаю, что это было куплено здесь. Я не продаю эту модель. Слушай, я знаю, что это был ты. Я тебя запомнил. Серьезно? Впечатляет. Обычно вы, люди, не можете отличить одного турианца от другого. Это тот самый магазин. Ты вернешь мне деньги или нет? Здесь продают все последние модели улучшений. Здравствуйте, житель Земли. Вы, наверное, только что прибыли из колоний. Вам нужны припасы? Покажите, что у вас есть. С удовольствием. Уверен, вам обязательно что-нибудь приглянется.
Это... Неужели? Это вы? Вы капитан Шепард, герой Иден Прайм! Черт, я так рад познакомиться с вами! Я тебя знаю? Да не, я это, просто фанат. Ну, то есть, короче, самый большой фанат. Меня Конрад зовут, Конрад Вернер. Говорят, вы завалили больше сотни гетов на Иден Прайм. Говорят много чего. Мне некогда было их считать. Вы это, наверное, заняты еще как. Но, может, найдете минутку и дадите автограф? Пожалуйста. Миллиард благодарностей. Классно-то как. Жена в таком восторге будет. Ну, не буду вас больше отвлекать. Как окажетесь на земле... Угощу вас пивом. И не думайте отнекиваться. Привет! Добро пожаловать в знаменитый магазин Морлана. Нужна хорошая экипировка, да? Покажите мне ваши товары. О, думаю, тебе понравится. У меня есть очень хорошие вещи. Вот увидишь.
Привет! Добро пожаловать в знаменитый магазин Морлана. Нужна хорошая экипировка. Покажите мне ваши товары. О, думаю, тебе понравится. У меня есть очень хорошие вещи. Я никому не говорила, клянусь! Очень разумно с твоей стороны. Если Гарус объявится, веди себя хорошо. Держи рот на замке, иначе... Кто вы? Отпусти. Район свободен. Как раз вовремя, Шепард. Я поймал ублюдка в прицел. Чисто вы его уложили. Иногда везет. Доктор Мишель, вы не ранены? Нет, я в порядке. Благодаря вам. Всем вам. Почему они угрожали вам? На кого они работают? Они работают на Фиста. Они хотели заставить меня замолчать, чтобы я не сказала Гарусу о Кварианке. О какой Кварианке? Несколько дней назад ко мне в кабинет пришла Кварианка. В нее стреляли, но она не хотела говорить, кто это сделал. Было заметно, что она напугана, возможно, в бегах. Она начала спрашивать меня про серого посредника. Она хотела получить убежище в обмен на информацию. И что дальше? Я свела ее с Фистом. Он работает на серого посредника. Уже нет. Теперь он работает на Сарана. И серый посредник от этого не в восторге. Фист предал серого посредника? Глупо даже для него. Саран, должно быть, предложил ему серьезную сумму.
У этой кварианки есть что-то, что нужно Сарану. Что-то, ради чего стоит предать серого посредника. У нее должно быть какое-то доказательство его вины. Кварианка ничего не говорила про Сарана? Или про гетов? Говорила. Информация, которую она хотела обменять, она как-то была связана с гетами. Наверное, у нее есть доказательства связи Сарана с гетами. Совет не сможет закрыть на это глаза. Пора нанести визит Фисту. Это ваша игра, Шепард. Но я хочу наказать Сарана не меньше. Я иду с вами. Добро пожаловать на борт, Гарус. Знаете, Фист нужен не только нам. Серый посредник нанял Крогана по имени Рекс, чтобы тот прикончил его. Да, мы видели его в баре. Кроган может пригодиться. Я слышал, он в Академии СБЦ. Что ему там нужно? Фист заявил, что Рекс угрожал ему. Мы забрали Рекса, чтобы поговорить с ним. Если поторопитесь, застанете его в Академии. Выдвигаемся. Можешь мне поверить, он даже больше, чем кажется. Откуда ты знаешь? Был на экскурсии. Один из 500 счастливчиков, видевших путь изнутри.